последняя фраза наших докторов, что сейчас в Чернигове обострились пневмонии. Вот мы задавали вопрос, от чего пневмонии, как с ними бороться и как помогает РЭЙН при лечении пневмонии. Дорогие мои друзья, пневмония – простейшая форма заболевания, которая связана с переохлаждением организма. Переохлаждение, понимаете, да? Смена температурного режима вызывает что? Воспаление. Естественно. Почему? Потому что организм... Да. Инфекционный агент. Естественно, инфекционный агент. И без инфекционного агента любое переохлаждение никогда не вызовет никакой... Естественно, заболевание. Естественно. Да, я об этом абсолютно согласен. А каким образом рождает инфекционный агент? Внешняя среда, влияние внешней среды, следовательно, там, где он приживается, там он и влияет на нас. А как правило, при сильных морозах, что происходит? Инфекционный агент погибает. А при как раз сырой погоде, что происходит с ним? Он распространяется. То есть морозы еще полезны, оказывается. Ну, мы уже определили, что употребление РЭЙН ускоряет процесс выздоровления. Вот доктора наблюдают за нашими пациентами. Естественно, да. Видят динамику.